Добрый день, рад приветствовать всех здесь, в Олимпийском комитете всех. Для нас сегодня очень важное событие. Компания «Сухой Суперджет» становится нашим партнером, партнером Олимпийского комитета России. Мы только что подписали соответствующий договор. И я думаю, что это партнерство имеет очень хорошие перспективы. Для нас, для Олимпийского комитета, конечно же, всегда главной задачей является создание комфортных условий для наших спортсменов. И в данном случае всегда есть проблемы с перелетами наших спортсменов, наших команд. И я думаю, что многие из присутствующих знают о том, что спортсмены, особенно такие габаритные волейболисты, баскетболисты, тяжелоатлеты, крупные спортсмены всегда испытывают очень большие проблемы при перелетах на соревнования, на тренировочные сборы, ну и вообще просто выступать иногда после таких перелетов бывает крайне трудно, потому что просто спортсменам, грубо говоря, ноги негде поставить в обычном самолете. Вот. Поэтому идея создать такой действительно инновационный продукт, который бы позволил в комфортных условиях спортсменам летать на соревнования, в комфортных условиях летать на тренировочные сборы, мне кажется, эта идея очень плодотворная. Мне очень приятно, что наши партнеры откликнулись на эту идею и на сотрудничество, и я уверен, что мы сможем в достаточно короткие сроки представить такой продукт и дать возможность нашим спортсменам летать в комфортных условиях. Хочу сразу сказать, что мы уже предполагаем на играх в Рио, в нашем доме, в доме болельщиков, команда России выставить макет такого самолета, чтобы все могли посмотреть, как будет выглядеть кабина Суперджет Спорт, так мы его предполагаем назвать. Вот, поэтому еще раз хочу сказать, мы